Историки техники говорят о том, что каких-то крупных достижений, сделанных человеком в одиночку, их в истории было не очень много. Любой серьезный продукт, начиная там, я не знаю, от паровой машины Ватта и так далее, это на самом деле очень серьезная цепь взаимодействий, заимствований людей, которые, может быть, даже были конкурентами друг другу, но были объединены коммуникациями, очень хорошо знали, кто что делает, друг друга стимулировали, друг друга обогащали идеями, и за счет вот раскрутки задачи вот в этом сообществе дарили миру те изобретения, которые сегодня у нас есть. И поэтому, наверное, самый главный смысл большой перемены – это сделать из вас вот это сообщество, чтобы вы друг друга вдохновляли, чтобы вы друг с другом делились знаниями, чтобы вы друг другу помогали в дальнейшем делать самые необычные проекты, которые очень нужны миру в этой быстро меняющейся реальности и очень нужны нашей стране, которой в очередной раз в своей истории нужно найти свое какое-то особенное место в мире. И кто это сможет сделать, кроме вас? Огромной вам удачи, успехов вам в учебе, огромных успехов вам в творчестве. Мы все за вами следим и ждем от вас очень больших и серьезных решений. Удачи!